Сегодня же Михаил Игнатьев провел ряд рабочих встреч. На повестке дня формирование нравственных ценностей. Именно об этом говорил Михаил Игнатьев на встрече с председателями Совета отцов и Союза женщин. И в 2018 году будем акцент делать именно на семью. В перспективе это привлечь больше психологов, педагогов в воспитание именно семьи. Родителей. У нас вот не хватает, это проблема. Отделение Совета отцов создано уже во всех районах и городах республики. Новый проект Совета – карта дополнительного образования. Мне задают вопросы, куда я могу отправить своего ребенка, там, на бесплатной ли основе, либо на платной основе. То есть люди не владели информацией, куда вообще можно отдать, какие секции. Поэтому сейчас отрабатываем программу. Ну, ее рабочее название «Карта». Дошкольное образование. Дополнительное образование для того, чтобы родители как минимум знали, что вообще в городе у нас есть. Еще одну рабочую встречу глава региона провел с уполномоченным по правам человека в Чувашской республике. Надежду Прокопьеву назначили на эту должность 10 дней назад. Омбудсмен провела уже несколько встреч с жителями. Вот сегодня я буквально вела уже прием, пришло 10 человек на прием, и вот тоже там вот двое уже мы их направили к адвокатам за получение бесплатной помощи. Это многодетная мать, там, это инвалиды, то есть, в общем, он очень востребован. В числе первых в республике был принят закон о бесплатной юридической помощи, это тоже очень такой серьезный инструмент, и граждане обращаются. Михаил Игнатьев отметил, что уполномоченный по правам человека – это институт, который должен формировать доверие к власти.